Стрелковая бурса – это системный курс стрелковой подготовки от спортивного клуба «Практика», основанный на опыте наших лучших стрелков. Курс стрелковой бурсы рассчитан как на начинающих стрелков, так и на полных новичков. На этом курсе они постепенно приобретают навыки безопасного обращения с оружием, отрабатывают свои стрелковые навыки и с нуля достигают высоких спортивных результатов, успешно выступая на соревнованиях и занимая призовые места. Полугодичный курс состоит из 20 практических занятий, на которых стрелки в первую очередь учатся безопасному обращению с оружием, а также развивают свои стрелковые навыки, которые, кстати, могут быть интересны не только в спорте, но и иметь прикладное значение, например, в случае необходимой самообороны. Кстати, большинство выпускников прошлого курса сейчас являются кандидатами в мастера спорта по практической стрельбе. Курс начинается в октябре и заканчивается в мае. Занятия проходят каждую субботу, поэтому стрелок имеет возможность проверить себя, свое оружие и снаряжение в любых погодных условиях. Учебный курс очень последовательный, и на занятиях стрелки отрабатывают все навыки от простых до самых сложных, таких как стрельба в движении, стрельба из неудобных позиций, манипуляции оружием в ограниченном пространстве и стрельба по подвижным мишеням. За время обучения в стрелковой бурсе вы не только научитесь стрелять, но и приобретете новых друзей и вольетесь в дружное стрелковое общество. Бурса – это как вернуться до школы. Дуже хочется, там было дуже комфортно. Інструктора все думають, тобі кажуть, що робити, ти берешся і виконуєш. У мене є дуже класний досвід проходження стрілецької бурси, підготовчого курсу по практичній стрільбі. З прекрасними інструкторами, які хорошу базу нам дали, далі відкривається світле майбутнє і можна удосконалювати свої навики.